let the world know something. You gonna learn today. Bumping, we're not hitting, nobody's angry. Right. I mean, physical, non-angry basketball is why we're here. But... Короче, мужики толкаются, я играть не буду. Я говорю, ну понял, давайте. It's the first. Going get test, gotta wanna get paid. Tell me what you were saying. I don't mess with these legs. I want to say we are bumping, we are aggressive, we are fighting. Этот приход надо засмотреть. Воу. Шо ты, голова? Шо ты, голова, блядь? I got the same mic, bro. So you cut your hair? That's good, big dog. It's a vlog for you. Huh? And this vlog is for you. Hey. To make you famous. We're gonna let the world know something. You gonna learn today. Не любой, а вот так. Сверху забьешь на видео? Ну не сейчас, попозже. Ну что, отметишь меня там? Это есть на ютубе? На видосиках отметишь меня там? Ссылочка в описании. Просто сними, как вот эти все ребята готовятся к игре, очень серьезно. Где вот все ребята? Вот. One more time. This, You're trying to lose weight by getting bigger. Dunk. No, for just be faster. Play the shooting guard. Everybody's shooting around now. He's just putting his shoes on. That's some bullshit. James is complaining about this. Hey, my guy, need a watch, man. You need a watch, bro. Сделай такое крутое что-то губами. Губами, типа, ну ты жестко. Да. Живот втяни, блин. Жмуть напряги, банки. Банки напряги. Вот, смотрите. Сейчас. Если забиваю, блядь, с тебя пиво. С меня, может, с тебя? Не, ну, если это... я не забиваю, с меня. Ты, главное, не нервничай. Это можно засчитывать? Давай. Ну это уже посерьезнее. Командной игры не будет. It's not gonna be a team play, if I'm gonna shoot. Дебил или что?
Count your points when you play. Do you count your points? No. No, never. Hopefully, I have enough that I can't even count. Hopefully. Hopefully. I know Alex counts every time. The less, want to interview the less valuable player today, Wawa. What can you say about your game today? Вова! Давай! Nobody's saying nothing. I mean, just you trying to help. Sorry for saying, for calling you the less valuable player. Hey, oh, he gonna have that video on YouTube, be like, flinch, real quick. Забил сколько? Три или четыре в первой половине? Трех. How's your Russian? Я не понимаю много. Я понимаю немного. Говорю не очень хорошо. That's already something. Ебаный рот. What do you usually say to girls, like to Russian girls, when you try to impress them, like so? Лютия. Лютия, right away. Okay. I really know. I don't even know how to say like I like. I want. Я хочу тебе. Yeah, I like your clothes. Просто давайте мяч Вове и все, сделаем. Just give the ball to Вова. Yeah, that's what I'm saying. He's gonna solve the problem. You can't miss right now.
But he's still ugly as a motherfucker. And he's a motherfucking duck. Чемпион, ты выиграл? Тебе культурно или... По-местному. То, что на душе? Как по... Ну, вот так, короче. Как тебя учили? Ну, по ощущениям, результат на табло. Забил ты 4 трехи, да, сегодня? Или 5? 6 трех, а сколько бросил? 16, наверное. Так. Короче, проебали из-за меня, если честно. Да. Он нормально сыграл. Сыхи забыли. Этот ебанат, он, блядь, постоянно хуйню исполняет. Хуйня. Я знаю хуйня. Хуйня, блядь. Хуйня, блядь. Хуйня. Пиздец полный. А я, короче, ну за меня проебали. Ну за кабанчиков. Я больше не хочу. Здравствуй, Андрю. Да, я подготовил. Это группа для тех, кто хочет играть в competitive basketball. Я понял. То есть... Мы играем для себя чисто каждый вторник и четверг. Собираем наиболее сильных игроков в Шэньчжэне. Способных, да. И играем. Я понял. 10, наверное, стран 8-10 разных. Это Канада, это африканские страны, это азиатские, там Гонконг. Что-то жестко. Говорит, африканские страны. А этот смеется стоит. Ну, Гана, хорошо. Я просто не знаю, парень из Ганы, по-моему, если не ошибаюсь. Америка, Канада, Украина, Россия, Сербия. Сербия много, да, сербов много. Приднестровье. 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 Ну, от того у вас Приднестровье. Это, ну, ладно, страна, это отдельная страна, да? Да, Приднестровье, да. Okay. И получается сегодня так вышло, что это, наверное, последняя игра, это не это. Да, последняя, поэтому это была такая... интересная игра, и все хотели выиграть, чтобы пойти на каникулы с хорошим настроением. Да. И так как я пришел с камерой, все старались на все силы. Я себя очень старался. Ну, ты хоть нарезку сделай, ты же не зря пришел. Ну, конечно, сделал. Не, я просто поснимал и все. Before, like, we come in, like, what's going on, like, then eight guys will come, like... You guys should do the punishment for those who's late. Yeah. I remember the time when Bryce was here, and I remember he drink all night till 5 o'clock, 5 a.m. or 6 a.m. Yeah. He wake up and 9 o'clock he was here, right? And doesn't matter, no matter what. Yeah. He can, like... Bryce is a different breed.